ним. А ну стоять, говорю. Помогите, пожалуйста, спасите нас, спасите! Во-во-во-во, куда лезете? Сюда вас заходить запрещено, это запрещенная территория. Помогите нам, пожалуйста! Пожалуйста, помогите скорее, за нами гонится какой-то бандит! Помогите нам, пожалуйста, скорее, он уже идет за нами! Так, ладно, ладно, давай, да, пойдемте. Заходите скорее! Да, скорее, заходите сюда, это секретный штаб! Скорее! Здесь, в этом штабе, есть шкаф. Вот он. Он непростой, в нем можно спрятаться. Скорее, прячься там! Ну, кто ж туда спрячется? Давай ты спрячься, давайте скорее. Чтобы открыть этот штаб, нужно нажать вот эту кнопочку. Пик! Выйдите из него. Хорошо. И что-то я сейчас тоже выйду. Вот он открылся, скорее входи туда. Хорошо, сейчас. Вот она спряталась в этом секретном шкафу. Вау, круто, скорее! Скорее заходим, быстрее! Скорее заходите! Да-да-да! Этот прозрачный купол делает так, что нас не видно. Где они? Он нас даже не видит. Тут никого нету. Ладно, пойду искать дальше. Ура! Он нас не заметил. Спасибо, что спрятали нас. Кэтрин, выходи, он уже ушел. Да не за что, мы всегда рады помогать людям. Ведь это наш секретный штаб, и мы всегда готовы помочь. Надо скорее выйти, чтобы шкаф освободил Кэтрин. Хорошо. Выходи, Пэрис. А, да-да-да, сейчас. Надо нажать кнопку. Пик! И вот в этом секретном шкафу и лежит Кэтрин. Точнее, сидит. Команда. Ура! Он ушел! Я иду! Спасибо вам огромное! Я даже не знаю, как вас благодарить за то, что вы спасли нас от этого маньяка. Да ничего страшного. Мы ведь должны помогать людям. Спасибо по правде огромное.
Я не знала даже, что бы мы делали без вашего секретного штаба. Да, его даровали нам, чтобы защищать других людей. Это точно. Ладно, спасибо вам огромное, но нам уже пора идти. Да, пойдем. Спасибо большое еще раз. Спасибо большое. Я очень рада, что вы нам помогли. Спасибо, до свидания. Надеюсь, еще встретимся. Они хорошие девочки, да? Да, мы иногда даже сами в этом штабе прячемся, да? Ну ладно, пойду-ка я на разведку наверх штаба. Итак, ребята, в этом видео мы рассказали вам про секретный штаб Littlest Pet Shop, в котором можно легко и запросто спрятаться, если вас настигнет беда. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Над ним мы очень сильно старались. Ставьте лайки, подписывайтесь и будьте всегда счастливы. До следующего видео, всем пока-сики!